Ребят, это реально очень вкусное варенье. Привет, дорогие друзья! Сегодня хочу поделиться рецептом жены обалденного вкусного варенья 5 минутки. Готовится реально легко, просто, и ягода, самое главное, остается целая. Ну что, поехали! Отправляется малина, сухая малина отправляется прямо в сухую сковороду. И на среднем огне ждем минут 5-7, пока не даст наша малинка сок. А дальше следим. Жена это все делает в двух сковородках, чтобы это происходило намного все быстрее. Поэтому и готовится в двух сковородках. Вон уже сок проявляется, чего мы и добиваемся. Мешать ни в коем случае ни ложкой, ни деревянной, ни железной не мешаем. Для того, чтобы наша малинка осталась целенькой, красивой. И в банке она смотрится красиво. И потом на любых бутербродах тоже смотрится очень смачно. Встряхивание малины происходит примерно 2-3 раза. Как только образовалась жидкость, отправляется буквально щепотка лимонной кислоты. И отправляем сахар. Сахар добавляем по вкусу. Так как в этом году очень много дождей, малинка в этом году кисловатая. Примерное количество на полкилограмма малины идет примерно 300 грамм сахара. Опять же, все взбалтывается несколько раз. Ну и примерно такая прожарка одной порции происходит где-то минут 15. Может быть, чуть-чуть больше, 17, не больше. И все, и отправляется в отдельную миску. И так каждую порцию прожариваем на каждой сковороде. Таким же способом можно готовить и саму клубнику. Но так как уже сезон клубники закончился, у нас сезон малины начался. Мы также закатывали и клубнику. Точно таким же способом. Только сахара, конечно, идет намного меньше. Опять взбалтывается. Никаких ложек, ни деревянных, ни железных. Просто приподняли сковороду, взболтали. И все, и таким способом очень большое количество именно малинки остается целой. И это очень классно и круто. Все, и отправляется в общую миску. А потом закатывается все по баночкам. Мы, конечно же, досмотрим до конца, как это все происходит. Сегодня рецепт жены, не мой рецепт, так что, ребят, комментируйте, можете даже немного похвалить, я тоже похвалю, потому что этот рецепт делаем не первый раз, вообще бомбезный, лечебный рецепт вкусной малинки на зиму. Ну вот и все. Теперь нашу малинку будем отправлять в банки. Хорошенечко нужно ложкой перемешать. Это реально очень хороший и лучший способ оставить ягоду более-менее целой. Банки и крышки заранее стерилизуем. Все. И отправляем варенье в банки. Закрываем плотно крышки. Все, наше варенье готово. Сладости регулируем сами. Кто-то любит более кислее, кто-то слаще, поэтому в каждом варенье, в каждой ягоде есть своя сладость и своя кислинка. Поэтому с сахаром работайте именно по вкусу. Засыпали там
100 грамм попробовали мало, засыпали еще 100 грамм. В зависимости на какое количество вы вообще готовите. Ну что, давайте попробуем, что у нас получилось. Ребят, это реально очень вкусное варенье. Готовьте вместе со мной, с женой. Реально обалденный вкусный рецепт. Мы катаем почти всю ягоду именно таким способом. Легкий, простой способ именно приготовления варенья. Ну что, кому понравилось, ставьте пальчики вверх, а также подписывайтесь на канал и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новых моих видео. Всем пока!